Всем привет, ребятушки, всех приветствую на своем каналчике. Сегодня у нас распаковочка вот такого вот девайса. Как вы думаете, лучше он, чем iCOS или нет? Напишите в комментариях. Вот так вот выглядит, собственно говоря, коробочка. Ну, мне подскажут, что это iCOS и есть, я не сильно разбираюсь. В общем, смотрите, вот такая тема. Распаковываем. Ага, видите, iCOS, ребят, здесь написано. Ну, я вообще деревня. Так, давайте. Открываем. Что мы видим? Здесь, значит, какая-то бумажечка кидается в глаза. Вот такая вот штука, шняга. Ну, короче, кто это все читает, это в сторону. Дальше. Следом у нас вот такая вот какая-то тема инопланетянская. Тут, я понимаю, зарядочка у нас, да? Здесь у нас что-то вот переключение. Видно, сюда вставляется сишка сама. Как я понимаю. Ну, такое увесистая тема. Дальше, что у нас здесь в комплекте? Зарядное устройство. Не чпуя себе. Вот это Илон Маск отдыхает. А ну-ка, давайте глянем. Вот что из этого всего мне надо, так это зарядочка. Гляньте, вот такая зарядочка. И зарядка у нас Made in Vietnam. И вот, собственно, данные. 9 вольт 15 ватт и 5 вольт 10 ватт. 2 ампера, соответственно, и до этого 1,67. Ну, прикольная тема, то есть присутствует быстрая зарядка, получается. Дальше, что у нас здесь, ребятки? Дальше у нас здесь присутствует также вот такой кабелечек. Все очень красиво упаковано, видите? Вот такая тема. Вот здесь такие усики внутри для прохода в трусики. Так, дальше. У нас здесь вот такая какая-то маленькая штучка. Это я вообще не грибу. А, чистилка вот мне подсказывают. Какая-то тут чистилка. Наверное, как-то... Ну, ох ты, мама мия. Вот так, короче, чистилка одна выглядит. Видите? И вот так. Щеточка. Так что, такие вот делишки, ребят. Доброго бла. Подписывайтесь на канал. Ставьте лоси лайкосы. Пишите в комментариях, пробовали вы такую тему или нет. И как вам вообще зашло или нет.